Моя голова. Черт бы побрал эту заразу. Если я не придумаю, что с этим делать, будет плохо.
Стой! Ты стоишь у входа в священную пещеру Раавака, бога небытия. Что тебя сюда привело? Я хочу войти. Чужака впустить? Не смеши меня. Ты советовать должен и все. Ты чужак. С какой стати нам тебя впускать? Знаешь, что тебя внутри ждет? Там жизнь тяжка. Мы морканы, живем тужим. Работа. Вот чем мы живем. Работа и боль. А что за работа? Да любая. Какую делать надо? Я тяжелого труда не боюсь. Сказать легко, доказать сложнее. Усвой главное. Если ты пройдешь внутрь, и нам что-то в тебе не понравится, обратно ты не выйдешь. Я готов рискнуть. Хорошо, проходи. Ты серьезно хочешь его впустить? Сдурел, что ли? Не тебе это решать. Отведи его к хану. Пусть он решает. Ха, хорошая мысль. Не отходи от меня далеко, понял? Следуй за мной. Так, думаю, тут Марат нас уже не слышит. Надоело с ним все время припираться. Я тебя к хану не поведу. Я так сказал, только чтобы Марат заткнулся. Кстати, меня Дмитрий зовут. А теперь слушай, если хочешь тут остаться, вот что тебе надо знать. Например? Например, что бродить тут в одиночку – это на редкость идиотская затея. Если никто тебе правила не расскажет, ты тут же во что-нибудь влипнешь. Поэтому я их тебе и расскажу, а хан подождет. Тогда пошли. Видишь, вон там впереди проход широкий, на уровень ниже, чем мы сейчас. За ним собор Раавака и цистерна крови. Только самые крупные шишки могут там возносить хвалу Рааваку и его вечному небытию. Ты в собор лучше даже не суйся. Если захочешь там побывать, тебе придется стать морканом или чем-то очень сильно хана впечатлить. Пошли дальше. Ты же ничего толком не видел. Сейчас мы на подходах к военному району. Тут мы, вербовщики, держим клетки с новобранцами, которым предстоит влиться в морканское общество. Ты по своей воле к нам пришел, иначе сидел бы там с другими пленниками. Помимо клеток есть еще арена, но ты ее потом увидишь. Охранников остерегайся, не всем понравится, если ты из района в район станешь шастать. Короче, будь осторожен, лады?
Я тоже могу драться на арене. В смысле, несмотря на то, что ты не Моркан? Обычно так не бывает. Но у арены есть распорядитель. Можем подойти и спросить. Даже если он согласится, сделай одолжение, не ходи туда сейчас. Времени нет. Если тебя на арене прикончат, мне ж придется потом с ханом объясняться. Я тебя тут подожду. Ты на арене вроде бы еще не сражался. Верно. Но воля моя не сломлена. Я хочу выбраться отсюда. Да, да, но готов ли ты? Я получил благословение Зарины. Раавак на моей стороне. И ты думаешь, этого хватит? Удачи. Я этих тварей в порошок сотру. Посмотрим, что от твоей похвальбы останется, когда звери тебя порвут. Не сейчас. Да, потрясающе. Желаю тебе легкого небытия. Оружие, боеприпасы, у нас все есть. Покажи мне, что у тебя есть на продажу. Нет. Нет? Чужаки от меня ничего не получат. Вот это да! Глазам не верю! Пришлый у нас в пещере! Вот это новость! Мир с ног на голову перевернулся, факт! Я так понимаю, ты издалека пришел? Что ты тут делаешь? Я испытываю всех, кто хочет покинуть пещеру. Испытываешь? Большинство из них, отродясь, не были на поверхности, в отличие от тебя. Надо убедиться, что они готовы к опасностям, которые их там ждут. Для этого придумали арену. Дай угадаю, они там дерутся с вашими пленниками. Что? Нет, пленники станут верными слугами Раавака. На арену мы выпускаем зверей. Кто одержит победу, может уйти из пещеры. А кто нет? Кто проиграет, останется тут. Целее будут. Если звери их не разорвут, конечно. Что чаще всего и случается. Так зачем ты сюда пришел? Дмитрий мне рассказал про арену. Лучше бы он поменьше языком болтал и получше свою службу нес. Я решаю, кто будет драться на арене. Но тебе нет нужды проверять свои умения. Ты снаружи явился, все тамошние опасности тебе знакомы. Зачем мне пускать тебя на арену? За победу дают награду? Если хочешь заработать осколков, это место не для тебя. Арена не развлечение. Если ты развлечений ищешь, иди к гостю в погребок. Ему на честь и славу положить. Так значит, на арене призов не выигрывают? Только опыт и почет. Ну и все пожитки павших.
У нас ничего впустую не пропадает. Но сейчас боев на арене нет. Не с кем. Обычно зверье нам ловят люди Веньи. Но у них какие-то проблемы, похоже. Они давно нам ничего не притаскивали. Приходи позже, если захочешь узнать больше. Дмитрий тебя наверняка заждался, а ворота без охраны оставаться не должны. Да пребудет с тобой Равак. Ну вот, можем идти. Пойдем дальше. Без проблем. Вот мы и в самом сердце пещеры. Жилой район для многих из нас святое место. Место покоя, созерцания и выпивки. Мы не часто расслабляемся, но уж когда отрываемся, то только здесь, в погребке у Госты. Кроме жилого района, есть еще торговый и интендантский. Кто знает, как хан тебя примет. Воспользуйся возможностью и прикупи чего-нибудь. Другого шанса может и не представиться. Поговори с Тенгизом. Если он разрешит, сможешь тут у нас торговать. Хоть не впустую путешествие пройдет. Вы все живете тут, под землей? К этому привыкаешь. И тут безопасно. Только штреков на задах берегись. Они старые, в любой момент посыпаться могут. Так, а интенданты ваши где? Слепой, что ли? Вон там. Пойдем со мной. Поговори с Тенгизом. Он решает, кто тут может торговать, а кто нет. Один человек получает один паёк в день. Но, господин Тенгиз, этого совсем недостаточно. Ты предпочитаешь остаться ни с чем? Простите меня, господин, я... Никогда не сомневайся в моих словах. Да, слава Рааваку. И слава равновесию, да-да, давай же исчезни отсюда. Да откроется тебе небытие, чужеземец. Я вижу, ты преодолел долгий путь, чтобы добраться сюда. Чего ты хочешь? Моего одобрения? Мне нужна всего лишь возможность торговать. И почему я должен ее тебе дать? Чужак, неверующий. Здесь ты ничего не добьешься без моего разрешения. Ни работы, ни крошки хлеба. Исключений не бывает? Ты незваный гость в нашем доме. Пока я не вижу причины тебе помогать. Возможно, я могу для тебя кое-что сделать. Ты хочешь что-то сделать для меня?
Я мастер по металлу. Я сделал все, что мне нужно. Все, что я теряю, я могу найти. Наверное, я тогда лучше пойду. Погоди. Ты воин? Почему ты спросил? Да или нет? Конечно. Так я и думал. Ну, слушай. Пока у тебя нет разрешения остаться, ты не можешь здесь торговать. И я не позволю тебе больше тратить мое время. Посмотрим, как будут развиваться события. А теперь уходи. Как у тебя все прошло с Тангизом? Получил разрешение на торговлю? Еще нет. Так я и думал. Но если хан тебя примет нормально, у тебя еще будет время его уболтать. Я не думал, что тут найдется кабак. Ты про погребок? Есть такой. Если только гребаные правоверы его не закроют. Отличное местечко. И Госта, хозяин, полезный чувак. Пойдем дальше. Не переживай. Я уговорю хана, чтобы он позволил тебе остаться. Пойдем к нему. Не отходи от меня далеко. Вот еще что тебе надо запомнить. К хану первым обращаться нельзя. Жди, пока он сам с тобой заговорит. Усек? Усек. Ты что тут забыл, Дмитрий? Надеюсь, у тебя была веская причина уйти с поста. Мне нужно поговорить с ханом. Но великий хан не желает говорить с тобой. Этот чужак просит убежище. Интересно. Мы с Маратом разошлись во мнениях. Я вот считаю, что он хорошо небытию послужит. Мы много народу потеряли за последнее время. Хорошие новобранцы нужны. И ты говоришь, он сюда сам пришел? Ага. Это необычно. Хан подумает над твоей просьбой. Чужак может остаться, пока хан не примет решение. Он должен вернуться завтра и услышать, что скажет хан. Ты все усвоил? Да. А почему он мне это не сказал? Правила такие. Я Моркан, значит, выше тебя по рангу. И я за тебя отвечаю. Говорить с голосом хана – большая честь. А уж если хан лично к тебе обратится, это вообще круто. Ну что, вопросы есть? Почему хан не говорит сам? Хан – правовер, и всей своей жизнью утверждает небытие. Он хранит молчание в знак того, что безгранично чтит безмолвие Раавака. Как-то это чересчур. Ты считаешь это чересчур? Когда-то были последователи Раавака, которые лишали себя жизни, дабы воссоединиться с ним в пустоте. Умереть – значит, воссоединиться с чистотой небытия. То есть вы все хотите умереть? Конечно, нет. Пойми, ни от кого другого, кроме хана, не ждут такой преданности Раваку. От обычных морканов требуется лишь чтить небытие и блюсти равновесие. Почетным считается говорить мало и желать смертного покоя, но свободу воли никто не отменял. Однако, если ты хочешь, чтобы тебя тут у нас зауважали, придется доказать людям, что ты исполняешь волю Раавака. Да, и не забывай временами навещать хана. Если ждать совсем не в моготу, можно время в погребке провести.
Или просто поспать. Я занят. Ладно, ладно. Тогда я с чистой совестью тебя оставлю. Марат, небось, уже жалуется, так что мне пора возвращаться. Если что, найдешь меня на воротах. До встречи! Эй ты, что ты здесь делаешь? А кто спрашивает? Ты что-то больно дерзкий. Что ты о себе возомнил? Ты чужак. Я таких, как ты, за 3 штрека и 2 водокапа чую. Скажи мне, что там вне пещеры в мире происходит? Магалан осажден пришельцами. Да, мы видели темные башни. Когда придет время, мы разберемся с захватчиками. Шутки в сторону. Ты же Джакс-чужак, да? Бывший командор Альбов, который прекратил войну между Альбами и свободными людьми. О, я о тебе наслышан. Учитывая все это, странно, что ты меня тут вообще терпишь. Ты уже не могущественный вождь свободных людей, каким когда-то был. Теперь твое слово недорого стоит. Но, возможно, ты нам еще пригодишься. Полезными инструментами разбрасываться не стоит. Ты много чего можешь натворить, если подтолкнуть тебя в правильном направлении. Может, покажешь мне, на что способен? Ты Морганский патриарх? Я Виктор. Громкие титулы, как дешевые шлюхи. Один раз используешь, потом вовек не отмоешься. Этот мир — гниющая помойка. Мы здесь не для того, чтобы в ней рыться. Наша задача — вернуть вечную тишину. Помни об этом. Готовитесь к большой войне? Это наш священный долг. Мы должны бросить все силы на укрепление военной мощи. Среди нас не место слабым и нерешительным. Тем, кто не готов отдать жизнь за наши убеждения. Истязатели избавят нас от этого балласта. Что за священный долг? Альбы и изгои на севере, берсерки и клирики на западе. Гноящиеся раны на теле нашего мира. Яд, отравляющий наше существование. Чуму надо остановить. Она не должна распространиться по миру. Такова воля Раавака. Мы должны ее исполнить.
Что вы будете делать с пришельцами? Темные башни, спустившиеся на Каракис, это знак. Избавление близко. Раавак направит нас. Наше главное оружие — это терпение. Скоро еретики ответят за свои прегрешения. Не забывай, вначале была тьма, небытие, равновесие. Из небытия мы вышли, туда же и должны вернуться. Во имя Раавака. Ты говоришь о войне? Именно. Нам надо только нарастить силы. Мы не отступим. Воля Раавака для нас — закон. На данный момент наступление не имеет смысла. Но если мы немного подождем, новые участники битвы за Магалан сделают свое дело. Пусть захватчики перегрызутся между собой, а с выигравшими мы разберемся. Ты знал, что Морканы уничтожили берсерков в сердце мира на западе? А, да ну. Наверное, это был Драгон со своей шайкой. Забудь о нем. Этот гнусный еретик ставит богатство выше всего на свете. Подонки, которые собрались вокруг него, разбегутся, как только он перестанет им платить. Когда-нибудь он получит нож в спину. И здесь этому никто не удивится. Всем будет плевать. Советую учесть это и относиться к нему так же, как мы. Я знаю, о ком ты. С ним проблем больше не будет. Из небытия мы вышли. Туда же и должны вернуться. Теперь оставь меня. Меня ждут дела. То есть как это ничего нет? Я ничего с этим поделать не могу. Ты же отлично знаешь, у Госты своя цена на все. Я тебя поэтому к нему и послал. Он никому исключений не делает, даже мне. Думаешь, ему не наплевать, будут живы пленники или помрут? Может, он и прав. С чего тебе о них беспокоиться? Забыла, что на карту поставлено, да? Так спроси поставщика. Спрашивал. По нулям. Тогда и я тебе ничем помочь не смогу. И на... Ugh!